песни про учителей – обязательная часть выступления. Она предшествует основной части – песням о войне. В репертуаре хора ветеранов войны и труда как и самые известные мелодии, так и редкие, которые почти не исполняются на больших сценах. Естественно, дети должны знать, какая была война, знать героев войны. У нас в гостях сегодня хор ветеранов войны и труда городского округа Самара, и дети внимательно слушают песни в исполнении хора. Этот концерт – один из многих в большом плане филармонического общества. Самарская областная благотворительная общественная организация подготовила масштабный проект к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Хор ветеранов войны и труда даст до конца апреля 75 концертов во всех районах Самарской области. Больше 30 уже прошли, и на каждом из них в зале не было свободных мест. Очень большое спасибо главам района, которые нас поддерживают, хорошо нас встречают. Зрители, конечно, вот были в Кинеле, там вообще зал на 380 мест, свободных мест не было. Поставили стулья вдоль прохода, и люди не могли попасть, остальные. 22 декабря хор возьмет небольшую паузу, чтобы уже в январе вновь уехать в путешествие по районам Самарской области. Открывать тур будет концерт в Клявлинском районе 12 января. Мэри Елчан, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.